перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Йоу! Всем привет! Всем, кто здесь сегодня. Ничего, что боком. А? Ничего, что боком. И нормально. Блин, надо, короче, какую-то фигню придумать, чтобы можно было ставить. А ну-ка. А вот. Так. Придумал, прикиньте. Лень — это лучшее. Всем привет, дорогие друзья, всем, кто здесь сегодня с нами в эфире, всем, кто вышел на связь и теперь здесь принимает участие в нашем прямом эфире, удивительном, обворожительном, шокирующем эфире, эфир, который трогает сердца, эфир, который лечит души людей. Мы продолжаем наше путешествие по миру. Сегодня стартует наш мини-тур, можно сказать, прибалтийский уикенд. Мы начинаем наше движение в замечательном городе Рига. Завтра мы выступаем в Таллине, а послезавтра мы выступаем в Вильнюсе. Так что мы ждем всех наших людей, всех, кто готов, всех, кто... Да, готов присоединиться к нашим концертам. Мы всех ждем, будем рады. Пойдем качать лютый музон на наш концерт. Пойдем, приходи. Так что вот так. Такая вот погода. Сейчас переверну. Вот видно, да? Вот такая вот удивительная погода сегодня. Питер, привет. Вот такая вот погода. Супер. Блин, зачитывать не кайф. Пойдем, приходи. Татарстан, всем ассалам. Так что, дорогие друзья, сейчас будет наша программа «Говори, говори, ну почему же ты молчишь?» Это традиционная программа, которая стала культовой, которая стала не просто культовой. Господин Добряков. Низкий поклон. Как вы, брат, нормально там добрались? Так что, что я говорил и забыл. Так, Ижевск, привет, привет. Что я говорил, забыл, прикинь. Блин, забыл, что говорил. А, наша рубрика «Говори, говори, ну почему же ты молчишь?», в которой мы... Хорошо добраться, брат. Наша удивительная рубрика «Говори, говори, ну почему же ты молчишь?». Итак. Так. Кто у нас на связи сегодня и с кем мы поговорим? Кто еще у нас
Ну что, добавить. Ждем для того, чтобы выйти с ним на связь в нашей великолепной, остроумной, легкой, интересной, веселой рубрике «Говори, говори, ну почему же ты молчишь?» Здравствуйте. Откуда ты, из какого города, скажи, пожалуйста? Из Армавира. Из Армавира. Откуда? Из Армавира. Ты из Армавира. Как погода, да. Скажи, весна пришла уже на Кубань, уже в Краснодарский... А? Конкретная весна, теплота. Ну, покажи, покажи. Покажи людям, которым мало это. Все растаяло, супер, да? Это моя. Твоя? Да. Какого года? 85-го. А ты ее, ну, по наследству досталась, или ты где-то ее, это самое, купил, или... Не, это вторая машина, для души тачанка такая, парадного катана. Где ты ее купил, где ты ее взял, откуда она появилась у тебя? Взял ее... Угнал, короче, я понял, тебе должно быть стыдно, старик. Скажи, пожалуйста, ну и до соточки, за сколько она разбегается? Или это больше машина прогулочная такая, Лёха? За годик до соточки разгонится, наверное, с горы. Супер. При попутном ветре легко. Ладно, все, привет всем в Армавире. Можешь передать привет друзьям, коллегам, родителям, кому хочешь, можешь передать, воспользоваться нашей программой. Передать. Маме привет хочу передать. Она, конечно, навряд ли смотрит, но все равно ей. Маму привет. Как? А ты потом можешь показать видео в интернете. А как зовут маму, скажи? Елена Александровна. Дорогая Елена Александровна, мы передаем вам привет, желаем хорошей весны, счастья, радости, всего наилучшего. Все. Давай, удачи. Спасибо. Крутой, спасибо большое. Обнимаю, обнимаю. Так, мы продолжаем нашу удивительную программу «Говори, говори». Ну почему же ты молчишь? И сейчас следующий человек, с которым мы выйдем на связь. Не видели никто Киевстонера? Не знаете, где этот? Где этот киевский финдеклер, а? Не знаете? Не знаете, знаете или не знаете? Добавляем. Юля Маракуя. Хорошо звучит. Так. Котлета по-киевски. Киевстонер, ты видишь, тебя троллишь, что ты котлета по-киевски. Хала-хала, окститесь. Так, сейчас, надо ему просто сейчас приглашение послать, да? А как присылается приглашение? Сейчас, он мне как-то показывал. Блин, самый разрыв, как я вам не показал, какие, сука, шаровары просто у меня, какие, и какая куртяфа. Сейчас делаю. У меня весеннее, мрачное весеннее. Вот так вот. Найк родной просто радует изобретениями. Ну где, не знаете, где этот? Кто-нибудь Киевстонер знает, знает? А вот, манек. I call you, cuz. Good morning, cuz. What's cracking, cuz? I'm good, I'm fine. I'm shining. What you doing? What you doing, nigga? Я в Риге, братан. В Риге? О, да. Это мое любимое место. I have show tonight. Oh, you gonna perform your beautiful songs and shit? Yes, yes. The songs, dancing and как дела? Блин, хорошо. Погода здесь, старик, здесь просто весна. Да, я знаю. А у нас, прикинь, снова снег в Киеве пошел. Да, да. Тепло, я уже бомбер перепрыгнул, короче, и... Придется снова пуховик доставать. Как ты же знаешь мою шутку, он же у тебя всегда одет.
Да, я же из тех типов, которые понял, футболку на пуховик одеваю. А ты когда приезжаешь? Когда приезжаешь? Я в 20-х приеду. Ну все. Там же у нас секретное дело, ты же помнишь? Да, да. Секретное дело. Да, кстати, Наташа такая приятная женщина, я не ожидал. Женщина? Ну, девушка, точнее. Девчонка, конечно. И все. А вот, смотри, видел? Вот смотри, он подрывы, понял? Блин, ты видел, глянь, что я делал, старик. Ой-ой-ой, ты снова... Ты только сейчас придумал, понял? Это... Ты, Энди, это... слышишь, ты что, Энди Картрайта вызываешь, слышишь? Посмотри, как смотрится, а? Да ты что, блин? Раскозюлина, посмотри, вот так, потом раз, и так, да? Ой-ой-ой. Что это... нового, расскажи, что свежего, что... Четыре дня на студии сижу, нового ничего не могу. О чем бормочет твой подъезд? Да на районе, как обычно, лягавые, понял. О чем бормочет твой подъезд, о чем храпит эта лавка? Что тебе приняли? Куда? В эти? Да не. Они все ж фоткаются со мной, понял? Слышь, а где ювелир? А на учебе, он же учится еще, прикинь. Приличный человек. Ну, он сразу мне позвонил, говорит, тебя Василий Михайлович ищет. Ты видишь, какой коннект? Это человек, который делает просто... Он раз, это, да. Американцы называют таких типов плаг, понял? Это что значит? Ну, плаг, это, короче, человек, который... Клейка. Да. Не, который поставляет тебе возможность. Ну да, да, да. Клейстер. Склейка темки. Ты что, сладкую воду пьешь? Не, это грейпфрутовая вода. Грейпфрут, он же ж не сладкий. Блин, я забыл, как я делал, блин. Чуть-чуть по-другому. Блин, прикинь. Чуть-чуть по-другому. Вот так, почти. У тебя почти получилось. Нет. А вот, блин. Вот. Это Westside, видишь, большой Westside. А Ростов, вот это вот Ростов, да? Ростов это вот, братан. Такая, ну, это последний один у тебя концерт будет, и все? Или ты там... Три? Да. Я Рига, Таллин и Вильнюс поеду, братан. Так подожди, ты каждые две недели, что ли, ездишь в Ригу, в Таллин? Я еще не был, братан. Ты знаешь, я тебе по-братски завидую. Не завидуй мне. Ездишь туда-сюда, по-моему. Ну, насчет волос тоже завидую, братан. А видишь, я на детском бренде марафоне. Круто. Рупс? Не, это Сюр. Как? Сюр. Покажи. Ну пропиарь, пацан. А, Сюр. Сюр. Считается сейчас Рус. Да? Не. Ну прочитай, когда наоборот камера. Да я понял. Хал. Да, я на самом деле только проснулся, прикинь. Да? Ты что, там в конуре спал? Да не, я приехал сюда рано утром и заснул здесь, прикинь. Нормально. Ты как нога. Я пошел на тренировку, брат. Все. Да, ты с самого утра уже бежишь? Сейчас пойду, сейчас жду, сейчас чемодан привезут, переобуваюсь и еду, брат. Бежать. Ну, давай, Михаил. Я попозже приду в себя, выйду на связь. Все, брат, обнимаю тебя. Обнимаю. Enjoy. Угу. Ладно, все, всех обнимаю вас. Помчал на тренировочку. Буду выходить на связь с тренировочкой. Спасибо всем, кто был с нами на нашей замечательной программе. Говори, но почему же ты молчишь? И всем, кто остается с нами, вне зависимости от того, выходим мы с вами на связь или нет. Потому что мы на связи всегда. Путем нашей трансляции. И вы это смотрите, мы на связи. Все, обнимаю. Хала-хала.